Сегодня мы приготовим вместе с вами долму, блюдо, которое никого не оставит равнодушным. По-простому, голубцы в виноградных листьях. Это блюдо широко распространено в кухнях разных народов – Закавказья, Балканского полуострова, Передней и Центральной Азии, а также Северной Африки. Хорошо промываем рис. Нарезанный лук, добавляем стакан оливкового масла, после чего перемешиваем и добавляем промытый рис. Опять перемешиваем и немножечко протушиваем. Чего добавляем специальные для долмы фисташки и обжариваем. Будем до готовности риса, а также фисташки должны выглядеть обжаренно, только тогда блюдо считается, начинка считается готовой. В смесь лук, рис добавляем стакан воды для того, чтобы рис приготовился, сварился. Мы промываем готовые маринованные засоленные виноградные листья. Также для долмы можно использовать свежие листья. Если же это соленые, то их необходимо раскрыть, тщательно промыть от соли. То, что мы сейчас и делаем. Вы можете наблюдать на экране. Листья лучше использовать целые, без дырочек. Занимаемся листьями. Открываем воду. Можно из крана. Промываем изюм, предпочтительно черный. Добавляем его в рис. Специя для долмы специально. Не знаю, приятно пахнет, как мед. Тоже кладем я нашу начинку для риса. Кладем мяту. Вот на крышечке немножко. Красиво все начинает выглядеть. Оставшееся оливковое масло мешаем. То есть дома любит масло. Секрет. В османские времена. Немножко, но это секрет. Секрет повара. Выложить капусту, например, здесь, в кастрюле. А здесь отдельно берем лист. Теперь рис наш готовый. И заворачиваем. Немножко их прижимаем. Тугие они должны быть, как сигаретки. Такие не толстые. Это моя толстенькая. Воду кладем в листья. Çok fazla bırakmıyoruz. Kaynar suyun içinde. Как они выглядят. Муж всегда мой готовит и любит, я ни разу. Продолжаем заворачивать таким образом рис, виноградные листья достаточно плотно. Я, признаюсь, тоже попробовала заворачивать, мне понравилось.
Кистюлька под вирус. Сверху тоже застилаем листьями. Я помогала. Шуле, парзактон, модель, что парля кулуш. Немного масла. И застилаем. Два этажа у нас получилось дома. Вон я масло кулуш. То есть внизу, сверху листья закрываем. Добавляем стакан, два стакана холодной воды. Так достаточно. На такой средний огонь. Закрываем тарелку. Сыр, сыр. На этом все. Надеюсь, у вас тоже все получится. Желаю вам приятного аппетита. Подписывайтесь на мой канал. Также хотелось бы добавить, что долма существует также и с фаршем. И наверняка вы познакомитесь с этим рецептом на моем канале. Пока-пока, до новых встреч!